Приветствую всех любителей и профессионалов поклейки аквариума своими руками. Сегодня я покажу вам необычный способ, как вы можете закачать швы. Речь пойдет о склейке аквариума с зазорами, но с одним небольшим моментом. Как обычно, мы начинаем с подготовки поверхности. Убедитесь, что ваша поверхность ровная. Ставьте 4 брусочка и выставляйте дно аквариума. Мы обезжирили 2 стекла, вернее 3, донное, боковушку и лицевое. Ну, тут, в общем-то, ничего нового, то есть это первый этап такой основной сборки. Мы выставили 2 стекла и стянули их вот такой вот струбциной. Вот мы закончили сборку, поставили все 4 стекла. А тут конкретно с этим аквариумом трудность в том, что он очень узкий, всего 230, и угловые струбцины у нас широкие, мы не можем поставить на все углы, поэтому поставили на 2 угла. Задали угол, а тут также поставили эти самые проставки и стянули скотчем. Собственно, необычность метода заключается в том, что швы закачивать мы будем снаружи. Необходимость вызвана тем, что аквариум очень узкий. Говно. Ну и теперь, собственно, вся фишечка, ради которой все затевалось, пестик не влезает вовнутрь аквариума, поэтому мы качнем сейчас снаружи. Еще. Да, вот с этой скоростью идем. Хорошо. Можно скорее. Отлично. Супер, супер. Очень хорошо. Следующий этап – это нанесение средств для чистки стекол на швы и формирование швов. Побрызли. Не, никак. Давай я тут побрызгаю, если хочешь. Давай. Хорош. Угу. То же самое делаем снаружи. На склейку аквариума у нас ушло минут 10-15. Из часто задаваемых вопросов хочу ответить, что на склейку этого аквариума ушло 1,5 примерно тубы герметика Кимлюкс 90-13. К слову, я думаю сделать отдельное видео по герметикам, потому что мне попался тут герметик пеносил. Это тут просто говно. Это край просто какой ужас. Я это в отдельном видео расскажу. Отвлекся. Значит, ждем примерно неделю, когда этот аквариум высохнет, зачистим, и я покажу вам уже конечный результат. Можешь вот это вот привести в пример. Да-да-да, покажи. У меня есть вот тут, что есть привести вам в пример. Ладно.